Ай, твою мать, кто меня стрелял? Офигеть, меня ранили, но... А почему они меня не добили? Так, нужно использовать аптечку. Твою мать, опять эти снайперы! Так, нужно валить отсюда, нужно валить, нужно пожрать, пожрать и валим отсюда. Быстро, 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 нужно валить отсюда, пока опять не выстрелили. Пожрать, 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 пожрать. Так, в укрытие, в укрытие, в укрытие. Твою мать, как они за... Все, еды нету, еды нету. Так, все, офигеть. Как они мне надоели. Сейчас нужно быть нереально аккуратным. Чуть не убили нахрен, чуть не убили. Так. Мотоцикл, 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 там? Нет, 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 вы издеваетесь, вы даже мотоцикл с бензином мой украли. Охренеть просто, охренеть просто. Домой, 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 домой. Ох, еле бегу нафиг. Ай, твою мать, как же больно. Ой, нужно спрятаться дома и отлежаться, отлежаться. Ой, вообще на улице опасно сейчас гулять. Не, на любом угле могут быть вот эти бандиты, вот эти снайперы. Ай, как бы мне тут замуровать вот эту стену. Зря я, наверное, вот это сделал, зря я вот это сделал. Зато картошечка еще немного есть. Ой. Ой. Как же больно. Аптечка-то аптечкой, но в данный момент мне бы лайки помогли. Аптечка это, конечно, хорошо, жизнь она спасает, но... Ну, видос Эдисона бы сейчас 100% спас меня. И что самое главное, я бы точно ему влепил лайк. Он всегда поддерживал меня, всегда поднимал настроение. Интернет, конечно, он мне морально ставлю новый видос на... Даже мозги вообще не соображают, мне вроде не в мозги попали, но я вообще даже думать не хочу, у меня стресс. Ну лайки бы я оставил, лайки бы я оставил, вообще мысли в башке путаются. А хотя, нужно решать эту ситуацию, нужно решать эту проблему. Не буду я дома отсиживаться, я знаю их местоположение, и они сейчас сидят, и я пойду и разберусь с этими снайперами. Раз и навсегда, не буду я дома отсиживаться. Нет, хватит, хватит. Я даже не могу сейчас в город выйти. Я даже не могу пойти себе банально еды где-то найти. Ну и так нужно аккуратным быть. Геройство у меня, конечно, в жопе заиграло, но нужно быть аккуратным. Так, 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 так. Если я хорошенько помню, один снайпер 100% был тут на крыше. Нужно быть аккуратным, как не знаю что. Нужно быть аккуратным. Потихонечку, потихонечку подкрасться сзади и просто-напросто его закукошить. И всех его братьев. Его братья должны быть на соседней крыше. Вот он. Тихо, тихо, чтобы он меня не заметил. Тихо. Тихо, 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 тихо. Потихонечку, потихонечку. 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 Ну что, бык, не ожидал? Паскуда. Так, 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 так. Его братья... Вот. Вот, на соседней крыше, на соседней крыше. А что это вообще, мать его, такое? Охренеть. Охренеть. Динамит. Взрывчатка. Оружие. Это глоки. Ну, в принципе, такие мне глоки не нужны, потому что у меня есть уже. Конечно, патронов нету. Они хотя бы заряжены, я не знаю. Так, 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 так. Вот что он тут охранял. Вот что он тут охранял. Так у них тут склад оружия. Так, может мне удастся что-то тут найти. Может мне удастся что-то тут найти. Так, магазин патронов для чего? Магазин патронов для чего? Снайперская винтовка! Ну, в принципе, да, он же был снайпером, и у него 100% в запасе должна была быть снайперская винтовка. Я, в принципе, сейчас запросто могу убить вот этого снайпера. Нужно забраться повыше на крышу. Так, в первую очередь не буду забираться, в первую очередь нужно прочекать, может тут еще что-то будет.
Так. Я нашел отдельный прицел для снайперской вин... Так, я только сейчас понимаю, что они тут охраняют. Почему тут так много снайперов вокруг? Нужно и так быть очень внимательным, нужно смотреть на все крыши. Возможно, тут еще будут снайперы. Так вот, что они охраняли. У них тут склад оружия. Еще одна С4. И глушитель на оружие. Так. Охренеть. Мало того, то, что я нашел С4, я нашел пистолеты. Я знаю то, что тут есть пистолеты. Я нашел снайперку и прибамбасы для этой снайперки. А-а-а, глушитель. Прицел. Ну что самое главное, мне интересно, что это такое? Так. Это, мать его, стол модификаций для оружия. Что я могу сделать с этой снайперкой? Так. Офигеть, что они тут... Это какие-то новые технологии для оружия. Что я могу сделать с этой снайперкой? Я могу установить на нее вот этот 4-кратный прицел. Я могу установить на нее глушитель. И мне кажется то, что это хорошая идея вот так преобразовать вот эту снайперку. Глушитель. Да. Так, нужно разведать обстановку. Нужно посмотреть, сколько... О! Так, перед тем, как убить снайперов, нужно стыбзить вот эти все печеньки. Жрать-то охота всегда. Так, перед тем, как убивать вот этого снайпера, он вряд ли меня сейчас видит. Да, перед тем, как его убивать, нужно разведать обстановку. Вдруг тут еще где-то будут снайперы, и они меня просто запалят. Хоть в принципе, я же установил глушитель, сейчас мои выстрелы не должны быть слышны. Так, слышны. Так, никого. Тут зомби. Так, подойду поближе. Ах ты ж нафиг, тут еще один снайпер. Один снайпер и другой снайпер. Так, ладно. Нужно браться за дело. Стану я куда-то вот сюда. Между, вот, кусты тут, вот тут, за стенку. Первый раз в руках держу снайперку. Так, задержка дыхания. Минус один. Фух, задержка дыхания. Минус два. Прям на душе стало легче. Так, нужно бежать на ту крышу. Вдруг там у них будут какие-то припасы. 100%, если они там находились, то 100% у них там должна быть какая-то база. И 100% там должны быть какие-то припасы. Может, там еще один склад оружия. Может быть. Так, нужно валить. Я надеюсь, никто меня не слышал. И надеюсь, я смогу перебежать через дорогу и добраться туда. Как можно быстрее. Так. Нужно бежать. Зомби! Ай! Так. Быстро! Еще один зомби. Ай! Патроны! Так, тут патронов нету. А, зато у меня пожарный топор есть. Так. Это еще что такое? Это банк? Сейфы? Золото? Да, нехилую точку они заняли. Нехилую точку они в банке заняли. Доллары. Боже, почему я не смог так зайти в этот банк и найти миллионы долларов в сейфах? Ну сейчас, в принципе, деньги бесполезны. Так, забираемся наверх. Нужно забраться наверх и посмотреть, нету ли там еще кого-то. Так, дробовик перезаряжен, все перезаряжено. 8 патронов снайперской винтовки, в принципе, этого должно хватить. Жалко то, что нету патронов в пистолете, ну ладно. С богом. А ну, в принципе, тут никого нету. Есть! Ах ты, паскуда, ты еще жив, да? Это снайпер. Ты снайпер, да, которого я подстрелил? В принципе, чувак, не жди пощады. Ты в меня стрелял? Я с тобой рассчитаюсь. Ах, и вот как раз патроны для пистолета выпали. Так, значит, тут еще одна база была. Нужно проверить, если тут еще что-то. Ничего. О, еще одна С4.
Замечательно, просто замечательно. Просто замечательно, больше ничего нету. Снайперы, 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 снайперы. У меня уже паранойя от этих снайперов. Так, там очень хорошая точка. Может, мне нужно забраться или вот туда, или на вот это большое высокое здание и увидеть все вокруг. Все в округе. Может, я смогу что-то знакомое найти, может, я смогу найти дорогу домой. Зато я хорошенько помню то, что там заправка. Нужно немного сидеться возле костра. Что у них тут есть? Немного рыбки. Замечательно, просто замечательно. Насыщенный денек выдался. Можно немного передохнуть и отправиться домой. Ой. Ну хоть немного отдохнул, но все же нужно отсюда сваливать. Идти домой как можно быстрее. Я надеюсь, что больше этих снайперов, этих бандитов не будет. Я надеюсь, что я убил всю их шайку. Но все же и так, немного аккуратности мне точно не помешает. Нужно смотреть по сторонам, чтобы вот это больше не повторилось. Никого? Никого, надеюсь, никого. Надеюсь, подкрепление никакое не пришло. Нужно сваливать домой. Так. Упс! Я походу попал.